Они играли уже очень хорошо. Думаете ли, что в матче с Ахматом они смогут играть так же хорошо, как сегодня во втором тайме? Понятно, что мы на это рассчитываем, что мы будем более уверены. У нас еще есть матчи, которые мы не забываем. И в большей степени, наверное, вот придают нам сил победы и то, что команду усилим. Не хотели бы подписать сейчас индонезийских игроков, и скоро будет чемпионат мира среди молодежных сборных у нас в Индонезии. Хотели бы вы приехать, и, может быть, в будущем вы хотели бы тренировать какую-нибудь индонезийскую команду, например, Бали Юнайтед? Он сказал, что один вопрос, тут четыре вопроса. Что касается тренировать, то тут, конечно, мы должны управлять карьерой, но это очень сложно всегда. Я только очень доволен той работой, которая у меня есть. То есть должен быть ребят, которые тренироваться и справиться с ситуацией. Что касается вот, из Азии приглашения. То есть это вот вы можете оценивать, что из Азии, из Африки, для меня, когда ты работаешь с кем-то, это люди, ты не замечаешь их национальности и большое удовольствие смотреть, как 10 национальностей работают вместе. То есть, без разницы, откуда его, главное, чтобы он был сильный.